Больше 50 тысяч лайков вы поставили под карьерой с PandaFX. Это пиздец. Благодарю вас за такую поддержку. Если же вы дальше хотите продолжение, я буду не против, если вы будете регулярно поддерживать меня таким вот образом. 50 тысяч лайков просить каждый раз не буду, хотя по 20-ки, 30-ки будет набираться, и эта тема будет жить. Компания. Мы остановились на 1/2 финала, и как я понял из комментариев под видео, это не Лига Чемпионов, а какой-то предсезонный турнир. И также вы писали, чтобы я играл только за себя одного любимого. Окей, так и сделаем, пойдемте сыграем 1/2 и посмотрим, что же из этого выйдет. Итак, пацаны, мой боец с розовыми перчатками готов, погнали. Опа, опа, вот это пас, смотри. Смотрите, пацаны, что я сейчас сделаю. Уху-ху, ну, попыточка была хорошая, типа, хотя бы в створ попал. И с подкруточкой. Да, блин, такое, да. На месте тренера, на самом деле, я бы выкинул нахер такого долбоеба с поля. Ну чё ты не играешь, блядь, ёб твою мать. Хорошо, офсайд есть, офсайда нет вроде. Обратно, 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 ну, обратно. Чё? Да, что? Нахера ты меня бьёшь, дебила, кусок? Нихуя, обратно. Ну, пандос. Хорошо, пандос, попадос, блядь, хороший гол. Ну, естественно, хороший гол, нихуя ты охуел. Перчаточки. Можно мне забить? Хорошо, 2-0. Пацаны, изи карточка просто, 2-0 на 21-й минуте. Нихуя. Нихуя, блин, если бы это был не офсайд. Блядь, что за дед нахуй? Первый тайм закончился, дубль от PandaFX. Кто может быть лучше? Опа, я пацаны, трекбэк научился делать. Нихера себе, вот это прикольно. Моя команда идеально играет в защите и в опорке, поэтому... моментов у Бешикташа даже в теории не появляется. Хуя, видали, блядь, я вверх выиграл. Охуеть, плохой отдан пас. Пиздец, блядь, я вверх выиграл. Пиздю, блядь, 1.74 м. Выиграл вверх, и ты, блядь, еще говоришь, что я плохо отдал пас. Заканчивается матч, рейтинг 9.1. Почему-то у меня много дизлайков. По традиции я немножко натренировал PandaFX и... что улучшилось? Удары с лёта. Итак, пацаны, я решил сменить имидж и добавить немного сексуальности. Вот это я понимаю секс. Также давайте сменим цвет перчаток на какой-нибудь голубенький. Итак, парни, нас ждет финал. Сегодня я включаю вас в стартовый состав. Спасибо, тренер. Ну что, красавчики, погнали. Финальный матч. Брага против Краснодара. Оп, дрэгбэк. Я сразу покажу, что я, блядь, нахуй. Финтоплёт всея Руси. Ранквист, иду не с мяч, а я... подберу. Плохой пас опять. Это ебан... вот что за тупая игра, блядь? Я просто стараюсь выиграть вверх. Почему они мне постоянно пишут плохой пас, блядь? Долбоёбы, блядь. Так, подожди. Не вешай. Вот я здесь, давай мне. Ты долбоёб? Ну куда ты даёшь? Вот напишите ему, что у него плохой пас, блядь. Так, давай, забивай, забивай! Ну бей по мячу, что тебе мешает, дебил? Опа! Да выёбывался. Да выёбывался. Да выебывался, сука, левая нога нерабочая, собака. Пацаны, давайте вы не будете сейчас забивать мне нахуй с первого удара. Так, защитник, вынеси. Да отъебись ты нахуй. О, пизда. Ну. Так, я отработаю, пацаны, я отработаю. Видали, ебать, я его отпиздил. Позиционный отбор мне ожидали. Ну, забей сам. Да какой же ты уебок, блядь, а? Если не умеешь, блядь, доверься мне, профессионалу, блядь. Так, двойная замена. Меня там нет, надеюсь? Нет, вроде меня не убрали. Я еще в теме. Так. О, пенальти! Пенальти, да как не было пенальти, ну это бред. Ну видели, как меня остановили. Охренеть. Сразу серия пенальти, пацаны. Нихуя себе, к такому жизнь меня не готовила. Я ничего вообще здесь не решаю, поэтому я просто наслаждаюсь. Брага бьет. Хорош, Крицук, молодец, красавчик просто. Шатов, интересно, до меня вообще очередь дойдет или нет? Молодец, Шатов, хорошо. Да, второй сейф от Крицука, блядь. Просто герой матча, Смолов, Федя, давай, забивай. Молодец, по центру. Давай, Крицук, просто тащи. Так, ладненько. Давай, братан, если ты сейчас забиваешь, я понимаю, все. Мы берем кубок. Гол! Победа! Так, я могу с ним попраздновать? Да, я могу с ним попраздновать. У-у-у! Да, пацаны, мы это сделали. Наш первый трофей. Спасибо всем, кто принимал участие. 7-1. У нас на носу дерби со Спартак Москва. Надеюсь, мы не ударим в грязь лицом. Дерби со Спартаком? Чок. Голы, мне нужна от тебя минимум 1, ожидаю среднюю оценку не ниже 6.2. Я, конечно, все понимаю, тренер, но у меня рейтинг 69, и ты требуешь от меня таких вот приколю. Парни, давайте я подниму немножко уровень сложности, мировой класс, посмотрим, что из этого получится. Ну чё, пацаны, Рубин против Краснодара, первый матч в российской премьер-лиге. Так, братан, я здесь, давай сюда.
Хорошо. Дрэгбэк. Еще один дрэгбэк. И ассист давай хороший дам. Ножки, блядь, нахуй, как в балете, нахуй. Пацаны, как же было бы охуенно играть вот в данный режим в онлайне. Сделали бы какой-нибудь онлайн-турнир среди людей, которые, блядь, играют. И как в дивизионах коннектились бы люди и играли друг против друга. Можешь обраточку отдать. Пандефикс. Ебать, Сонг, чё за анимация нереальная? Чё-то, пацаны, с такой сложностью прям вообще дико играть. Короче, заканчивается первый тайм, практически без моментов. Какая-то типичная РФПЛовская игра, блядь. Хуя заброс, я даже не просил пас. Хотя, смотрите, как прошел. Толкайся, толкайся, пандос. Ну, блядь, какой Сесар Навас, съебался Сесар Навас. Хорошо, дальше. Блядь, ну кто так бьет, а? Ну какой ебан так ударил? Покажите мне этого человека, блядь. Давай обратно. Да, блядь, какой же я кретин. Ну, два раза нажал. В смысле, кретин не я, блядь, а моя виртуальная копия. Ну, посмотрите, какой пиздец. Ну, какого хуя. Да, лысый, я тоже в ахуе, блядь. Блядь, мне надоело, уже противно, нахуй. Все, пацаны, заканчивается матч, счет 0-0. У нас времени крайне мало, я ставлю 4 минуты, поэтому даже в теории нельзя какие-нибудь там зрелищные матчи показывать. В связи с этим у меня вопрос. Ставить длинные матчи, но при этом их будет меньше, или ставить короткие, но при этом их будет больше? Таблица РФПЛ после двух туров выглядит таким вот образом. Локомотив на первом, Ростов на втором, ЦСКА на третьем. Краснодар еще свой матч не сыграл, мы будем играть против Спартака, и оставлю я этот матч уже на третий выпуск. Срочные новости. Инбаев должен сыграть великолепно. Ебать, вот это срочная новость, пацаны. Так что, если вы хотите побыстрее, чтобы вышла третья часть, 30 тысяч лайков, и она выйдет в ближайшее время. Ну и также в комментариях пишите, как лучше, короткие матчи делать или же длинные. С вами был я, PandaFX. Всех люблю, целую, обнимаю, и всем хорошего настроения. Покедова.